Скандал навколо закриття алеї художників у Дніпрі набув резонансу. Знайшлися навіть варіанти його безболісного вирішення. Депутати із фракції «Самопоміч» зареєстрували проєкт рішення про створення вільного простору для митців на місці колишньої алеї художників. Ініціатори вважають, що не треба гнати художників з вулиці, а навпаки – облаштувати спеціальні ділянки для виставок. Більше того, зробити це в рамках реконструкції центрального проспекту Дніпра. Цю ідею намагатимуться поставити на порядок денний наступної сесії міськради, що відбудеться 19 липня. Відкрити це пространство для появления новых художников и для того, чтобы наши горожане могли приходить, знакомиться с этим искусством, и если у кого-то будет желание и возможность приобрести эти картины. Это не такой глобальный бизнес, и это не те доходы, которые мы потенциально бюджет может получить для того, чтобы эту отрасль накрыть. Давайте пойдем навстречу художникам, а художники наверняка пойдут навстречу городу. Они говорят о том, что готовы передать некие картины в школы, в интернаты, в больницы. Они готовы идти на диалог. Они говорят, мы не готовы, допустим, делать фиксированную оплату. Мы готовы дарить городу красоту. Важный момент в том, чтобы это было действительно искусство, это не была какая-то штамповка, это не должен быть какой-то китайский ширпотреб. Речь идет о том, чтобы если вы художник, вы рисуете, вы дарите прекрасно, у вас есть в Днепре возможность приехать и продемонстрировать свою работу.